знаю. А вы китайский Новый год будете справлять? Нет. Нет? А какие Хорошо. Праздники вы справляете? Какие праздники? Понятно, спасибо. Вы слышали? Слышала. А вы будете его справлять? Нет. А вообще сегодня что будете делать? По своим делам бегаю вон. Не будете справлять? Нет. Ну да. А вы обычно его справляете? Нет. Нет? А что будете вообще сегодня делать в пятницу? Сегодня дома? Ничем таким не буду. Не будете справлять уже, да? А как вас зовут? Меня зовут Татьяна. А чем вы занимаетесь? Работаю на заправке оператором. Чем занимаюсь? Не знаю. Понятно. Спасибо большое. Скажите, какие вообще праздники вы справляете? Какие нужно справлять? Вообще, наверное, наши российские праздники все и православные. На китайский не нужно обращать внимание, правильно? Ну, я, по крайней мере, не обращаю. Понятно, спасибо вам большое за ответ. Вы сегодня праздник знаете? А, сына, какой праздник? А вы китайский Новый год будете справлять? Китайский? А как управляете? Вы обычно как справляете китайский праздник? Вот сегодня китайский Новый год. Сына, да? Да. Вы будете его справлять? Вы об этом знали? А. Ну, надо справлять как. А как вы будете? Вот, не знаю как. С друзьями встретитесь? А? С друзьями встретитесь? Ну, с друзьями, да. А что будете делать? Вот не знаю, что делать. С семьей встретитесь? А? С семьей тоже? Ну, жена, она не справляет, она. А вы сами хотите? Да, хочу. А как вас зовут? Владимир, а скажите, вы будете торт там покупать, накрывать стол? Да, можно. А вот денег не дают вам. Денег на работе? На работе это все получаю. А компенсацию до сих пор не дают. И поэтому не можете, да, справиться нормально? Да. А что планируете вечером сегодня делать? Ну, дома сидеть вечером. И сегодня будете китайский Новый год отмечать? Жена не хочет покупать, то тоже денег нету. А только шестого это получать будут. А пенсия четвертого. Понятно. Скажите, пожалуйста, а Новый год вы как справили? Нормально. Обычный русский. Нормально. Что делали? Ну, отдыхали, в общем-то. Да. Понятно. А кем вы работаете? Дворником. Дворником, да? Да. Понятно. А где? На южном районе? Нет, где-то в Токолде, в Ленинском городе. А чувствуется у вас сегодня праздничное настроение? Из-за этого, да? Да. А так будете отмечать? Не знаю, как он. Как получится? Как получится, да. Понятно, спасибо вам большое. А вы будете его отмечать? Ну, нет. А что сегодня будете делать вечером? Ничего, тренироваться. А где тренируетесь? Ну, как обычно. В фитнес-клубе. То есть китайский Новый год вы будете в фитнес-клубе отмечать, так скажем? Да. А какие планы вообще, как вы думаете, нужно ли исправлять такой праздник россиянам? Мне кажется, не нужно, да? То есть обычный Новый год важнее? Да. Понятно.